Всем привет! Еще минута и начнем. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Начинаем наш розыгрыш смарт-часов MSX Aurora One. Но розыгрыш будет в записи. Ну, все, уверяю вас, все будет по-честному. Как только налажу я стрим с экрана компьютера, так сразу проведу еще один розыгрыш. Разыгрывать будем вот такую камеру, домашнюю камеру видеонаблюдения в прямом эфире. А сейчас начнем розыгрыш смарт-часов. Копируем ссылку. Разыгрывать будем в рандомном сервисе на сайте по выбору случайных комментариев. Сейчас посмотрим. Обновим. Комментариев сейчас 75. Переходим на сервис. Вот, загружаем ссылку. Загружаем конкурс с розыгрышем смарт-часов MSX Aurora One. Загружаем данные. Вот все наши комментарии. Участвую. Так, ну, друзья, выбираем случайный комментарий. Выпал комментарий просто о жизни. Переходим на этот канал в новой ссылке, вернее, в новом окне. Так, о канале все понятно. Каналы подписок открыты. Ищем, ищу свой канал. Шоппинг интернет, что-то не вижу. Подписок много, но своего канала не нахожу. А вот есть канал шопинг на интернет. Так что, друзья, поздравляем участника просто о жизни. Часы уходят этому пользователю. Попрошу вас связаться со мной. Оставлю ссылку ВКонтакте, в комментариях и электронную почту. Свяжемся с вами, тогда уже посмотрим, как вам отправить, или по почте, или, если недалеко живете, можно курьером, или заберете сами. Ну, друзья, в принципе,
на этом все. Будем заканчивать. Поздравляем участника «Просто о жизни». Повезло. Попрошу вас связаться со мной побыстрее, чтобы я мог отправить вам часы. Ну, как я уже сказал, следующий конкурс проведем в прямом эфире, если я, конечно, налажу стрим, но я думаю, что налажу. Вот такие, такая камера небольшая, но хорошая. Так что подписывайтесь на канал. Скоро будет розыгрыш. И если кто-то знает, какая лучшая программа для стримов с компьютера, я имею в виду с экрана компьютера, подскажите, пожалуйста. Ну, друзья, всего вам доброго, до свидания. Удачи вам. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Пока.